Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранг, и мы продолжаем с вами прохождение Metro Exodus Enhanced Edition, Metro Исход, расширенное издание, и нам с вами предстояло пройти по болотам. Ага, так. Мы с тобой здесь по говну, видимо, не пройдем, я так понимаю. Он у нас каким-то образом... А как он проплыл сквозь забор, калитку, которую мы с тобой опустили в предыдущей серии в конце... Болотное у нас с тобой здесь будет. Как оно называется, я забыл. Подожди, а может, нам вообще нужна была... А, нам же лодка, походу, нужна была. Чё это я, ребята? Потому что мы с тобой бы здесь, я так понимаю, бы просто так не уплыли бы. Потому что плавает говно, а мне бы не хотелось плавать. Мне бы хотелось бы как пароходом, так сказать, идти. У нас с тобой наша лодка, но мы с тобой вроде как упустили, да? Или наоборот, мы правильно сделали, что опустили. Мы же правильно сделали, что опустили. Но как раз таки теперь сможем пройти, да? Все. Поплыли. Точнее, пойдемте, ребята, движемся по нашим с вами... По болотным блевотам. Едем к кашалотам, ладно? У нас с тобой... Стоит догадываться и ожидать, что здесь сейчас какая... Нормально, прикинь, что такое-то кран. Батюшки мои, что за... Ребята. Да, мужик, ты куда? Ну ладно. Все, ребята, дальше пешком. Так, у нас с тобой это... Счетчик Гейгера, это у нас с тобой... Пионеры. Пангольеры, ладно. Так. Здесь с тобой у нас валяется. Мужик, ну-ка, можно? Я обыщу. Спасибо за патроны. Так, это мы тоже обыщем. Я так понимаю, что их кто-то грохнул. Она просила у нас, по-моему, это Оля. Оля, Оленька. Никого, как говорится, не убивать. Но... По всей видимости, все-таки без этого, как говорится... Не удалось, но это сделали уже не мы, это сделали уже другие враги. Я так понимаю, что это общество пионеров, да, у них тут у этих была своя цитадель, свое здание. Так, что у нас там такое, батюшки, как засвечивает это все. Так, мы с тобой все это обошли вокруг, я так понимаю, да, у нас с тобой там, видишь, потому что... Подожди, церквушка-то же там стояла, или там, что это, еще одна, что ли? Фу, все в говне. Прикинь, даже... Сделали так в этой игре, что даже прицел пачкается. За реализм вам, конечно, пятерка. Как говорится, за изобразительность 5. А по предмету неут. По предмету за одновременно за реалистичность 5 одновременно кол. Хотя все это, опять же, заскриптовано. Весь этот ваш мусор, хлам. Все это скриптонит этот ваш. Поехали. Что здесь у нас будут? Говнолюди опять? Все как всегда. Так, кто-то спит. Нет, кто-то, походу, все-таки отъехал. Я так понимаю, что здесь никто не спит, ребята. Так, это мы с тобой заберем. Это, по всей видимости, у нас с тобой улучшение для нашего... Ага, кто-то появился. Какие-то враги народа повылезали. Двойной лук. Компактный, мощный, больше тела, обеспечивает исключительно высокую скорость болтов. Вот это нам надо. Называется у нас с тобой теперь игра «Почувствуй себя в Дизонорде», потому что основное оружие, которое было в Дизонорде, это был арбалет. Для всех тех, кто не помнит, одно из самых беззвучных. Кстати говоря, его надо будет нам с вами тоже пройти. Так, у нас с тобой опять битва с моллюсками где-то в Московской области. Я так понимаю, что обойти мы их с вами просто так беспалевно вряд ли сможем. Так. Как тогда у нас с тобой быть? Куда у нас с тобой надо идти? Куда, куда, куда? Так, здесь, думаю, спускаться надо. Может, нам сначала туда этих поснимать? Пока он меня не видит, мы ему в голову зарядим. Здрасте. Ну-ка, рот-то не разевай. А, все? А, можно было, оказывается, его спугнуть. Так, у нас с тобой... По экрану потекли слезы, по всей видимости, у главного героя от
того, насколько его, в кавычках, реалистично здесь сделали. Мне так кажется, что это заскриптованный дождь, потому что у нас с тобой до этого в игре, насколько я помню, ни разу не встречалось дождя. И что я сделал? Зачем я сюда спрыгнул? Батюшки мои, цветы! Давай, 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 надеваем противогаз. Все, молодец какой, молодец. Ничего не вижу, я никого не вижу. Подожди, давай мы с тобой возьмем вот эту штуку. Кто там стреляет? Где я с глушителя выстрелил? Ты как услышал? Водяные. Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной. Так, подожди, а что это, адмирал? Адмирал! Всея Руси! Ну-ка, выходи! Как говорится, товарищи, друзья. А откуда он говорил? Ваше Величество. Так, а если мы с тобой включим электричество, я подозреваю, что чем-то это нехорошим закончится тем, что нельзя. Смотри, вот что это такое? Слушайте, здесь, по-моему, багов. Ты чё? Ты охренел, что ли, там вообще? Тихо, цветок. Ты мне тут давай не указывай. Все, пробежали просто мимо него этого цветка, и ничего нам не сделать с тобой теперь. Поехали. В гости к этому товарищу, капитану. Сейчас будет капитан, капитан, улыбнитесь. А, нас хотят... Разработчики нас хотят, по всей видимости, затопить. Он, короче, где-то там сверху. Что там выпендривается. А кто тебя знает, шумишь у нас под лагерем или нет? У меня лагеря-то нету. Ух ты. Судя по звукам, там намечается что-то очень нехорошее. Ну, а если мы с тобой включим электричество, нас же сейчас электричеством жахнет. Ага, все понятно. Так, у нас с тобой, я так понимаю, что кто-то хочет нам... Кто-то хочет нас, наверное, изрядно покусать. Сейчас мы, ну-ка. Адмирал. Ваше Величество, кто его назвал, интересно, адмиралом? Максимум какими-то только, если его поставить... Кальмарами командовать. Капитан Кальмар. Так. У нас с тобой ребята из... Чем-то напоминает мисс Fallout 4, там такие же были какие-то моллюски. Но мы сейчас, так понимаю, можем пройти скрытно и никого не трогать. Это будет самый лучший вариант, наверное. Так. Поменяем фильтр. Если что, мы с тобой еще изготовим их. Но это бред. По поводу изготовки здесь оружия, вот в таком формате, который здесь нам предлагается, это чушь, я считаю. Так, что нам, что-то у нас только эти значки появились. Здорово, Кальмарыч. О, Ваше Величество. Это ваше укромное убежище. Что это, подожди, что это такое? Опа, ух ты, болтовая система улучшенная, прикинь. С улучшенным у нас с тобой еще, по-моему... прикладом, но, по всей видимости, там никто не даст. Стабильность уменьшится. Это цилиндрический магазин, сейчас 6 болтов, но это превосходный... превосходит стандарты по весу. Ну, естественно, как хотели, ребята. 6 болтов. Представляешь? Повесить. Слушайте, ребята, по-моему, в какой у нас с тобой? В предыдущих частях по типу что-то было связанное, похожее с арбалетом. Я забыл, там какое-то рельса мед, что ли, как он там назывался? Ну, какой-то этим балками, какими-то палками там стрелял похожими, знаешь, откуда? Палками похожими. Палки похожие были из этого. У нас с тобой, как оно называется-то? На арматурины. Такие. Арматуринки.
стрелючие. Так, а здесь никого нету. Это здесь отсюда, что ли, рычали? Но с того, что, видимо, можно было потом быстро пробежать, я так понимаю, да, сюда мы здесь дверь отопрем. Мне еще и Dying Light начал напоминать. Также двери какие-то, которые закрытые, с других сторон открывали, также отпирали. Все друг у дружки. Посмотри, разработчики все друг у дружки что-то воруют. Лавочки хоть покрасили ради приличия, а место для курения нет. Не надо нас там проводить порядок. Нас там то, что убивает. Да куда вы все надоели? Кто там на меня прыгает? Кто там ко мне ходит в гости? Кто там? Куда ты, рот-то свой, замолчи от меня? Так, подожди-ка, ну-ка. Скриптовая вставочка меня не тронут. Во время скриптовой вставки не имеют права, потому что. А вот теперь я могу сделать следующее. Сейчас я как... Что такое? Не нравится. Наверное, больно, да? Я, конечно, понимаю, что, возможно, кому-то из вас эта игра очень сильно нравится, но, ребята, простите. Но пошел-ка ты нахрен отсюда. Давай. На тебе. Да, я понимаю, что вы скажете, надо было брать нормальный дробовик, но, как вы понимаете, легких путей мы сами не ищем. Нас... На тебе, сейчас я тебя там намылю. Сейчас я тебе так там намылю. А, все это, оказывается, так легко делается. Да, припоминаю, что... Как где-то в каких-то играх еще надо было также морды кому-то разбивать, чтобы они умирали. Правда, не помню, что это были за игры. Ну, наверное, это не так важно, я так понимаю. Хотя, может быть, и важно. Хотя... Ага. Так, фильтр закончился. Давай, поменяем фильтр. Все. По новой, пока у нас с тобой все фильтры не дозаканчивались до конца, нужно с тобой включить электричество. Я подозреваю, что сейчас кого-то там сжахнет током. Потому что мне так кажется, что здесь где-то замыкание может быть. Что, кстати говоря, будет вполне естественным и оправданным. Нет, мы против тебя мы не пойдем, братан, ты уж извиняй. Отходи. Морду прочь свою поросячью. Все, поехали. Ну что, ребята, мы с вами молодцы. Как всегда, справились против агрессивных моллюсков. У нас с тобой нет, это битва против агрессивных моллюсков где-то под Смоленском, скорее всего. Потому что у нас с тобой расстояние чуть побольше будет. Добрый вечер. Что это мы тут с вами? Алоэ веру выращиваем? Санкционную. А что еще такого запрещенного у вас тут? Бидончики с какой-то смесью непонятной. Кто-то там все на меня выпендривал. Сейчас кто-то вот у меня и получится, лобешник, товарищ адмирал. А может, это нашего уже с тобой Алешку? В адмирала заделали он тут. Прикинь, сейчас такой меня встречает. На! Ой, уж... Уж простите. Учитель. Отличает нас от бандитов и других животных. Это твой учитель. Это не учитель, это какой-то Спанч Боб. Ты же не из нас. Нет, не Спанч Боб. Бандит, что ли? Кого такие волосы бандит на голове были в виде луковицы? Чиполлино! Или это луковина, потому что на луковицу похоже у него на голове. Я правильно говорю, Селин. Гитарку бы я у тебя с дудкой бы спер бы. Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Да. Отставить. Вы мне так все залижете. Тут все свои. Братан, да, у тебя, походу, да, шиза, да? Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Ну я да, наверное. Не отвечай, так все понятно. Сейчас мы тебе свечки зажжем. Нормально у тебя ванна. Из нефти, прикинь, это где-то в Объединенных Арабских Эмиратах такие ванны, походу, из нефти. Вместо воды купаются в нефти, нормально. Если ее до хрена, что бы в ней не покупаться. На самом деле, нефть сама по себе, она дешевая, не обогащенная бензином. Пока она не переведена в бензин, не сделана, она очень дешевая. Если там, допустим, там канистра. Это что такое? Это что такое? А если я перережу, что случится? Что-то я не... Ну, хоть едят немного. Ты уж прости, конечно. Мужик, ну я бы... Так, что я затушил, пописал туда ему. А, все, давай разожжем обратно, потому что там что, варится, жарится, парится. Это что такое? Это карта. Там мы типа сейчас устроим с вами поездку по всей Европе. Кстати говоря, VRS.
Надо бы с тобой его выкусить. Это может быть из-за него такое мыло происходит моментами. Потому что оно у нас с тобой ухудшает качество. Хотя, конечно, чуть-чуть придает FPS-а. Ну да, Юра, надейся. Как работает эта игра? Я не понимаю вообще, что она делает. Качество и так поставили ультра. Что тебе еще надо? Там выключили это нормальное. NVIDIA DLSS вообще не дай бог здесь включать. Hairworks, это у нас с тобой волосяные работы. Волосяные работы. Ну правильно же, hair это волосы. А works это работа. Ну получается как бы рабочие волосы. Я ж правильно понимаю? Я же вроде как я с английским-то дружу еще, как говорится. Детальный физик, стесселяция, все как положено. Коэффициент шейнинга 3,5, чтобы у нас там чуть поменьше просадка была. Давай присядем, послушаем бредни, которые нас здесь порассказывают. А, у него есть свежий воздух. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Что-то как-то не хочется мне, если честно. О, трубка, смотри. Картишки здесь валяются. Не пьют. Радиация, радиация. Какая радиация? Ты на нас посмотри. Здоровее не бывает. Ох, батюшки мой, попугай заговорил. Это же ворон, это не попугай. Капитан Флинт-то недоделанный. А ты молодец. Почему у тебя два глаза? У тебя должен быть один глаз, а не два. Как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Забывать настали. Ты чё, не трогай птицу. Даже Ромыч и тот про нас забыл. А мы ведь вместе на штаб пиратский. Ромыч, это Ром, что ли? Вон, ребята, не дадут. Смотри, у него как вейп там испаряется. Да, какое-то качество. Какое-то качество хреновенькое на самом деле. Помню вместе. Ребята что-то высохли, походу, от его рассказов, я так понимаю. Все помнят. Конечно, все помнят. Забыл. Почему у трубки такое плохое качество? Я выключил VRS. Мы договаривались, что когда ты выключаешь VRS, на выкл ставишь, что все полупрозрачные текстуры становятся более качественными. И остальные ссыкуны сухопутные тоже забыли, кто тут за них насмерть стоит. Ребята, вам интересно его слушать? Сначала-то как радовались. Кричали, всех бандитов поубиваем, пионеры ссыкуны, учитель не прав, не защищаться надо, а нападать. Учитер. Кричали, а? Кричали, как штаны насрали. Все. Еще как? Как видишь, они резанные кричали. Все притихли. Громче тех бандитов, что мы тогда постреляли. Ты дай им отдохнуть, посмотри, видишь, они же все высохли. Мои смотри, какие сухие. Зато у них сейчас, наверное, хорошо было бы видно мышцы, забыли. Что они сухие, видишь, какие. Ну, как вот что значит не есть сладкое. Ссыкунами называть они, конечно, молодцы. Да. А да. Вот как тут жарко стало. Нет. Да водяные сотнями полезли. Сразу другую песню запели. Ой, радиация. Ой, опасно. Ой. Ой. С девчонками передал, чтобы уходили. Ой. Понятно. С водяными воевать – это не бандитов по столу. С водяными воевать – это врагов бандитов не уважать. И пограбить можно. А с водяных чего взять? Носки, слушай, ты нормально так портянки повесил. Сожрут, колготоны там у тебя. Какое дело? Только, правда, крысы, вот тут колготоны, крысы, по-моему, крысы. Для 5-летнего ребенка, по-моему, колготоны. Учителя слушать. Хотя им крысам. Все равно кого слушать. Хоть учителя, хоть девчонок. Хоть учителя. Главное трусость свою оправдать. Слушайте, может мне ему на голову вылить этот питье? Ты мог попить сам. Что ты сделал? Где? Вот почему не выливается? Не... Все, почему? Почему ничего не льется из чайника? А что мне налил-то? Я же ничего не выпил. На компот похоже, на красный какой-то, даже вишневый. И те храбрее были. Людка их на плотину повела. Через Людка, собрались. А Людка? За водохранилище выбраться. Романтики, чтоб их. Не знаю, выбрались куда или нет. Но точно радиации не боялись. Не то, что те ссыкуны. У меня все кругом ссыкуны.
А ты чё, слышь, на две ноги-то встать? Из храбрых одна Олька осталась. Она... Давай, вставай на две ноги. Заходила. Олька, да, Олька. Сыкунам этим разгон давала. Олька-то она ништяковская, по-бабищенце-то я ее видал. Такая хорошенькая. Да ладно, к нам. Это к тебе она заходила. Ага, сейчас, ко мне. Хотя, если б не ранение, я б солькой в сумме... Мужика, кажись, биполярочка. Вох, ребята, а прям теперь... как спасибо, прям как зачем за сегодня хоть продажи пошли. Ну что у нас с тобой там такое, 99%? Давай выключим зарядки. Нормально, прям уведомлялки полетели, прям продажи сегодня пошли, прям спасибо. Ну да, мы так, кстати говоря... Остались. Так, кстати, да, говоря, почему-то говорят капитаны и адмиралы. Это, наверное, хотя после Титаника, что от бабы одни проблемы. Чего глаза потупили? Стыдно? Хотели же смыться, бросить старого друга. Хотели, а? Ты чего, адмирал? Мы же за тебя горой. Да, да, так бы сказал горой. Этот Чапалин, вот Чапалин Луковица. Расскажите. Смотри. Он как уши развесил. Смотри, как карты, смотри, а мерцают, смотри. Я вас насквозь вижу. Расширенные здания, говорят они. Ага. Доработанные, если говорят они. Я вам тогда чаю тройную дозу не заварил, тоже свалили бы. Ну, ты чё, смотри, у него гитара аж вывалилась. Аккуратней с гитарой. Ты чё, слышишь, да, сейчас ему с ноги как по нём. Быть аккуратней. Ну что за руки-крюки, аккуратней, это же инструмент. Да, ты чё, падла, так точно, дохлая. Инструмент. Это же инструмент. Да что с тобой такое сегодня? Вот как отправлю сейчас. Ну, арестол не сломай. Прости, адмирал. Это, ребят, трындец. Ладно, карты исчезают, смотри, карты мерцают. Ты бы как будто как а? Лампочка. Роняешь гитару, роняешь. Сгорающая. Давай вообще, по-моему... Нашу, любимую. По-моему... Есть нашу любимую, адмирал. А нарисовано. Ты чё, слышь, заткнись. Вороне слова не давали. Каркуша. У нас с тобой будет ворона Каркуша, да, будем его называть. Подумал, Каркунов. А не закурить ли нам? Какое-то... Считаю закурить. Это, конечно, не... Как они называются? У нас там... Во, завейпил. Вейп пошел. Универсальная штука этот чай. И заварить, ворон, это Каркунов. Каркуша. От пожара, от домашнего расстройства. От жара, от пожара. И от Килиманджаро. От жара и манджара. И от дедова пожара. Аромат, конечно, на любителя. Но мне нравится. А, ребята мои, а как можно перестать играть, слушай? Не то, что раньше. Да. Да, какие молодцы. Ну а чё им жаловаться-то, братан? Они, походу, у тебя вот и накурились, вот они у тебя с ногами, с обглоданными, руками. Ты вообще какую-то на себя барана натянул. На лицо себе голову барана надел. Короче... Лампа у нас с тобой не светит. А, у нас с тобой не лампа светит, у нас с тобой свечки светят. Все, почувствуй себя пиратом называется. А чай хороший. Только в сон от него клонит, да. Хорошо, что я не пил. Ты, бандит, вот чего. Оставайся. С нами весело. И поговорим по душам, и выпьем. Да, я уже вижу, как ты тут разговариваешь. Банку тебе выделим. Хорошо, что, надеюсь, что бабку не выделите. Отдохну пока. Вздремну немного, чуть-чуть. Видишь, как смотри, он уснул моему, так на гитарке его заиграли, и все, и он спать. Все, давай, спи, отец. Я бы назвал, наверное, бы его, может быть, так бы, но... Так, что у нас с тобой происходит по... Ну, будить я его не хочу, пускай он спит. Свечку, да, погасим ему. По-моему, лучше спалось. Как здесь загасить? Давай потушим. Все, спи. Давай, этот... Как это тебя звать-то? Короче... Ребята, продолжим мы с вами в следующей серии. Сейчас мы с тобой затушим ему тут свечечки. Ему спалось получше.
Давай, мужик, ты устал. То как бы курить с трубкой, спать с трубкой в руках, это такое себе удовольствие. Прикинь, уронишь ее, пожары, все, и все твое ветхое жилище превратится в пепелище. Ладно. Короче, тебе щерит, нам мы с вами это все дело оборвем. У нас с тобой карта, так понимаю, России, да? Здесь Европы и Азии. И мы с вами скоро увидимся. Все, пускай спит. Все, все затушили, загасили. Отдыхай. Так, это мы с тобой заберем. Будет очень классно, круто, здорово, ребятушки, и интересно. С вами был ваш Юранг. На этом пока все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать, если еще этого не сделали. Будет очень весело. Я как раз хочу лампу еще одну рядом, потому что в следующей серии, так как у нас с тобой здесь вот кого-то в животе заурчало. Так, он сейчас такой нав. На цвет мет еще заодно ведра сдадим его. С палкой. Она все равно ему не нужна, он без ноги ходить не умеет. Все, вот это вот, пускай на тебе, мужик, вместо гитары можешь он молока налить сходить. А это пускай он ему аккордеон дадим. Родион играл на аккордеоне. Все, ребятушки, будет здорово, весело, интересно. Вон, свитер с оленями. А я думал, сова. Все. Всем покедов, спасибо за внимание, не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки. Женщина весло. С ней нам повезло.